для вас лично, кто герой нашего времени? Герой нашего времени? Не знаю, я считаю героя Навальным. Он борется против коррупции и один волк против всего стада. А стадо это кто? Стадо, я считаю, стадом единороссов, Единая Россия. А он волк? А он волк против стада. А волк это хороший вообще персонаж или плохой? Ну это с какой позиции посмотреть, в каждом есть инь и янь. То есть в каждом есть хорошая часть, плохая. Соответственно, я не скажу, что Навальный идеальный, но я поддерживаю его мнение. И для меня он является героем нашего времени. А для вас кто герой нашего времени? Ну я тоже, я не знаю на самом деле. Не только политики. Нет героев? Ну, Навальный один из них, а такого прям выделяющегося героя, наверное, нет сейчас. У вас, для вас? Для меня нет, наверное. Вот вы школу закончили, да? Да. Выпускники. Скажите, вот у вас сейчас для вашей дальнейшей жизни есть какой-то герой, образец для подражания, человек? Бродский. А? Россия! Блин, не знаю. У вас есть такой герой? Наверное, нет. Нету, да? А у вас? Бродский. Бродский какой? Поэт? Да. Поэт Бродский. А почему он для вас герой? Стихи его нравятся, всегда нравились. Чего не пишешь? А вы знаете, какую он жизнь прожил, горькую? Да. И вы хотите... Не, я не хочу, как он прожить. Просто стихи его понравились, на его стихах, можно сказать, рос. А для вас, у вас есть какой-то герой, на которого бы вы хотели походить? Нету. Нет героя? То есть идеала никакого нет, примера для подражания? Нет. Нет. Я сама себе пример для подражания. А у вас есть герой? Я давно уже школу. Ну что? А у вас есть герой? Пример какой-то? Нету примера. А вот а вообще в нашей жизни есть какой-то вот герой нашего времени? Нет. Нету? Нет. Есть, да? Для вас есть? Да. Ну и кто это? Адольф Гитлер. Вот у вас есть герой нашего времени, на которого бы вы хотели равняться, походить? Да, мой дедушка. Дедушка. А он в чем герой? Ну, герой Советского Союза. Он на Великой Отечественной войне, да? Да. И вы хотите быть на него похожим? Да. А у вас есть герой? Да, мой дедушка. Тоже дедушка? Заслуженный строитель Советского Союза. Советского Союза. Да. И вы хотите быть строителем? Да. А у вас есть герой? Что, вообще нет? Нет. А почему? Не сложилось. А вообще в нашей жизни, вообще как вы существует, есть вот герои нашего времени? Нету. А почему? Одним. Вот для вас лично, кто герой нашего времени? Герой нашего времени? Это сложно. Ну... У вас есть вообще какой-то герой для вас, образец, нет. Идеал для подражания? Нет. Я не ставлю никого в пример, потому что мы сами вершим свою судьбу, поэтому хочется идти по своему пути, а не стремиться к какому-то человеку, которого достиг чего-то уже. Хочется прожить свою тропинку. А вот у вас есть для вас в сегодняшней жизни герой нашего времени? Герой нашего времени. Кто он для вас? Кто он для меня? Да. Я думаю, в данный момент это Навальный. Он пытается противостоять власти, которая грабит страну и бандитизмом занимается. Вот. Вот у вас есть герой
нашего времени, на которого бы вы хотели походить как-то? Я тебя. Александр. Александр Невзоров. Да, Александр Невзоров. Ну, он очень разносторонний человек. Вы имеете в виду журналиста-публициста? Да, да. Я согласен со многими его убеждениями. Вот. И вы хотите быть на него похожим? Ну, не прям быть как он, но иметь такой же склад ума. Вот. А у вас есть герой? Нету. Почему нет? Ну, посмотри на современное общество. Какие здесь герои? Ну, какой-то идеал, какой-то пример для подражания. Есть? Нет. Примеры для подражания у каждого свои. Ну, я и спрашиваю, какой у вас? У вас не Взоров, а у вас нет. У меня нет. Вот у вас есть герой для нашего времени? Наверное, да. Ну, кто он? Или... идеал какой-то, пример для подражания есть? Назвать можете? Ну, наверное, нету. Нету. А у вас есть? Наверное, нет. Тоже нет? А почему нет? Что, не на кого равняться, нет каких-то положительных образцов для подражания, примера? Вообще должно быть сугубо личное, индивидуальное. Я согласен, индивидуальное. Да. Если можно быть самим собой. Ну а как быть самим собой? Просто развивать свои таланты, навыки, умения, способности. Вот у вас есть какой-то пример для подражания, с какого бы хотели брать? Честно, нет. Почему? Просто. Вообще. Ну а как вы учитесь, как осваиваете жизнь? С кого пример берете? Я не беру ни с кого пример. Ни с кого не берете. А как же вы, так сказать, развиваетесь? А что, обязательно для развития иметь какой-то пример? Герой нашего времени, это кто? Те, на кого надо равняться, да? Да, вот на кого равняться? Сложный вопрос. А вы знаете, на кого вообще равняться можно сегодня? Кроме чемпиона мира по мотокроссу. На других чемпионов. А? На других чемпионов, на других хороших людей. А у вас есть какой-то конкретный, на кого бы вы вот хотели, с кого брать пример? Ну кто? Да нет, наверное, таких. Нет. От каждого брать что-то лучше. Что-то свое. А, ну, девушки. Кто для вас герой нашего времени? Для вас герой нашего времени. Наш президент. А почему? Ну, не знаю. В принципе, я ко всем нормально отношусь, но я считаю, что президент, он делает жизнь в нашей стране лучше. Ну, кроме повышения пенсионного возраста, конечно. А что повышение пенсионного возраста? Что, вам не нравится? Вам еще далеко до пенсии? Я просто думаю, что я не доживу до этого момента. Не доживете? Почему? Ну, среднестатистический. Сейчас возраст, как бы, средний возраст. Это, на самом деле, это хорошо, что пенсионный возраст подняли. А почему вы считаете, что хорошо? Потому что все налоги уходят, собственно, на пенсию. И, к сожалению, большинство людей, ну или к счастью, не будут доживать до этого пенсионного возраста, и налоги не будут ходить на пенсию. Типа будет меньше. Так денег. Они в государство будут уходить. Меньше тогда денег будет на пенсию. Ну, что-то другое, на что они будут распределять. А у вас нет такого понимания, что пенсию человек себе заработал сам. Ну, да, то есть он откладывал эти деньги, и теперь хочет их получить. Ну. У вас нет такого ощущения, что он эти деньги сам заработал? Не правительство ему дает, а он сам их заработал на протяжении своей жизни. Да. Он платил налоги, платил все отчисления в различные пенсионные фонды. А если он не доживет до этого пенсионного возраста, так а кому будет лучше? Деньги. Кто выигрыши тогда? Государство. Государство, правильно. Хорошая арифметическая задача. Так нет, ну это же понятное дело. Просто в этом-то и минус, мне кажется, то, что его повысили пенсионный возраст. Ну, я говорю, среднестатистически, как бы, мужчина доживает, да, ну, 60 лет, ну, 65, но сейчас уже 70, это, как бы, это уже... Вы планируете дожить до пенсии? Как получится.
Ну, посмотрим. А вы вообще рассчитываете на пенсию от государства? Лучше на себя рассчитывать. А как вы будете рассчитывать на себя? Это как? Если не на пенсию, то как? Работать, крутиться, как белка в колесе, и зарабатывать деньги на будущее своих детей, внуков и так далее. Ну, как откладывать? Ну, работать, получать высокую зарплату. Для этого, чтобы работать в нормальной работе, нужно учиться, стараться, заниматься самообразованием. А вот вы знаете, что наши родители, мои в частности, да, они вот так откладывали на старость, и у них были хорошие вклады. Очень хорошие накопления. Но в 92-м году в результате эти все накопления пропали. Точнее, государство их украло. Ну, разворовали. Да. И как теперь спрашивается у меня вопрос. Как вы собираетесь гарантировать себе обеспечение на старости? Либо вклады в банки. Так я говорю, банки все прогорели, все. Уезжать из России просто, да, там такой ситуации. Вкладывать детей, чтобы вам кружку потом с водой старости принесли, да. То есть детей расти. Да, если дети вам не помогают уже в старости, то это вы неправильно их воспитали. В общем, вообще, мне кажется, нельзя на пенсию рассчитывать, просто работать, пока состояние позволяет, здоровье хотя бы. Ну, по крайней мере, что в нашей стране вот так вот. Может быть, ну, в чем? Так как вы собираетесь себе гарантировать обеспеченную старость? Накопить денег, переехать в другую страну. Типа... Как вы считаете, у нашей жизни есть вот герой нашего времени? Современный? Да. Есть? Наверняка есть. Ну, вот кто он, как вы считаете? Для вас лично. Наш президент, наверное. Кто? Президент наш. Какой? Владимир Владимирович. А почему? Он для вас что, герой? Ну, можно его так считать. А почему он? Для вас это так. Почему вы так считаете? Так кажется. А для вас? Есть герой нашего времени? Честно, не знаю. Не задумывался над этим вопросом. Для вас лично есть герой нашего времени? Герой нашего времени. Для вас кто это? Да я не знаю, обычный человек, герой нашего времени. Ну кто обычный? Совершенно обычный рабочий, например. Вы можете назвать? Вот для вас лично такой? Личный пример для меня? Да. Да я не знаю. Наверное, мой отец. А у вас есть герой нашего времени? Папа. Папа? Да. А почему? Он очень много для меня делает и делал. Он для меня очень много делает и продолжает делать. Любой делать. И вы хотите быть на него похожим? Я хочу просто его стремление, старательность и скрупулезность к своему делу. Можно вопрос задать? Вот у вас есть герой нашего времени для вас? Герой нашего времени? Да, для вас кто? Ну, как такого человека нету, но можно назвать героем нашего времени наших доблестных полицейских, которые нас пытаются, по крайней мере, охранять. Ну, а конкретный есть такой пример для подражания? Герой? Да нет, наверное, как такого нету героя. Сложно сказать, наверное, Илон Маск. Илон Маск? Да. А почему? Ну, я сейчас обучаюсь на технические специальности. Для меня всегда эта тема была интересна. Продвижение человечества в технической сфере. И как он это делает? Просто находит деньги буквально из ничего, то есть на частных инвестициях. Огромный проект организовал по полету на Марс, заработал новые технологии. И он действительно является вдохновителем в этом плане. Как буквально вот из ничего двигать науку вперед всего мира. А у нас в России это возможно? Так же, как Илон Маск? Ну, недавно вот был такой молодой человек, не молодой человек, а предприниматель, которого называли русским Илоном Маском. Просто не помню его имя, отчество, просто ситуация с ним произошла неприятная, его в полицейском участке избили. Вот. Can I question? What is a great hero of our
time for you? I don't really know. I don't really like have a good answer to that question. I think there are a lot of people who do a lot of good stuff. As time has gone on, I think stuff like that has gotten less simple. And so there's a lot of people out there who have a lot of good things about them and who do a bunch of good things, and but wouldn't be called like heroes the same way that we used to have. Oh, for you? Bernie Sanders. Very proud. Okay, thank you. You're a senator. Можно вопрос задать? Да, конечно. Вот можете вы назвать героя нашего времени, который был бы для вас примером? Героя нашего времени, который для нас примером был? Для, лично для вас. Да нет такого пока что. Нет. А у вас? Нет. А почему? Совсем никого? Совсем. Ну что, нету никаких-то положительных идеалов? Нет. Совсем нет? Конечно, нет. Или, может быть, вы не знаете? Некому равняться, зачем? Зачем кому-то равняться, идеалы искать какие-то? А что же делать без идеалов? Я сам для себя идеальный человек, и все. Владимир Владимирович, идеальный. Простите, можно вопрос задать? Вот для вас существует какой-то в современной жизни герой нашего времени или героиня? На кого равняться? Ну, может быть и так. Нет, одного, наверное, точно не назову. Я сама для себя живу, сама хочу быть героем. Сами хотите. То есть на себя равняетесь? Да. Равняюсь на себя и живу, опираясь на ошибки, которые делала до этого. То есть идете методом, живете методом проб и ошибок? Чтобы в итоге, да, по итогу жизни я сама себя считала героем. И хотите чего-то достичь, каких-то высот? Да, я хочу быть просто довольна тем, что да, я в этой жизни все, у меня сложилось так, как я хотела. Вы надеетесь этого достичь? Ну, я буду стараться. Вот у вас есть личный герой нашего времени, который бы служил для вас примером, образцом для подражания? Лавров. Кто? Лавров. Какой Лавров? Почему? А вы либерал? Ну почему? То, что он продвигает Россию на международной арене. Ну именно не то, что Путин как центр, а у него есть помощники, но это самое важное, я считаю. А любимое высказывание Лаврова вы знаете какое-то? Матершинное только, которое я помню. Про дебилов? Да. Это вы помните, да? Это помню. А у вас есть какой-то вот образец, герой для подражания? Да. Идеал? Ну подумать надо, сейчас сходу не скажу. Герой нашего времени, на которого бы вы хотели походить? Интересный вопрос. Как... Остались ли такие? Ну так есть? Ну если честно, я даже не знаю, если именно нашего времени, то действительно сложный вопрос. Может быть, таких людей не то чтобы нет, но их мало. Ну, а у вас есть кто-то конкретный, вот на кого бы? Нет, кого-то конкретного нет, я, наверное, все-таки предпочитаю отовсюду брать понемногу. Самостоятельно? Да. А вообще герои такие есть в нашей жизни, в современной, которые могли бы быть идеалом для молодежи? Это...
молодежь тоже будет рядом. Можно задать вопрос? Да. Вот для вас лично существует в сегодняшней жизни герой нашего времени? Герой нашего времени? Вопрос, конечно, спорный. Ну, для вас лично. Ну, возможно, это Дмитрий Быков. Знаете такого писателя? Да. О, у него очень хорошие книги есть, настоятельно рекомендую. Но не то чтобы во всех отношениях герой, но, по крайней мере, в нравственном осознании нашей молодежи и в целом вообще положение России. Я думаю, он как раз-таки прав. Ну, а вот для вас есть такой герой? В наше время? Да. Ну, вопрос довольно-таки достаточно сложный для меня лично. Потому что героем, например, может стать совершенно любой человек, который может отвечать за свои поступки, который может держать свое слово и делать этот мир лучше, светлее и удобнее для каждого человека. И счастливее, самое главное. What is a great hero of our time for you? Great hero. Great hero for you. Our time. Great hero. Great hero. For example. What's that? Example. Qin Shi Huang. Where from? China. China. For you? Great hero for you. I want to know what do you want? And answer, can you one more time? Elon Musk and others. Где же? А по-русски можно? По-русски. Можно по-русски? Да-да-да-да-да-да. Тогда буду по-русски. Вот для вас, герой нашего времени, кто? Так, может быть, Петр Первый. Петр Первый? Не, ну а серьезно, так, серьезно, если... Мао Цзэдун. Мао Цзэдун? Да, может быть. Си Цзиньпин. Си Цзиньпин. Тоже Си Цзиньпин. Да, Си Цзиньпин. Вы из Китая, да? Да-да, из Китая. Президент. Си Цзиньпин. А в России вы видите таких героев? Героев Путин. Путин? Да, а Путин. Почему Путин? Просто он сейчас в России, ну, лучше экономика, чем бывший. Потому что Путин, ну, постоянно, ну, такой политика, ну, помогает, ну, я не знаю. Понятно. А вам можно задать спросить вопрос? Можно просить задать вопрос? Да. Вот у вас есть какой-то герой нашего времени, который был бы для вас образцом, примером для подражания? Из российских? Да. Нет. А у вас? Тоже нет. Ну, а из иностранных? Илон Маск. Илон Маск. А почему Илон Маск? Ну, потому что он прогрессивно мыслит, тратит все свои деньги не только на себя, но и на благотворительность, на развитие общества, строит космические корабли и так далее. Ну, а в России возможно быть как Илон Маск? Нет. Почему? Потому что Россия под властью Владимира Владимировича Путина, и все ниши закрыты его друзьями для, ну, для развития. Ну, может быть, они тоже Илоны, Маски? Ну, вряд ли. Они зарабатывают деньги для себя. Ну, как бы в России 22 миллиона нищих человек живут за чертой бедности, а, соответственно, зарабатывают только они и не делятся ничем. Живут на дорогих виллах и так далее. А, допустим, вся власть за границей ездит на общественном транспорте, не использует BMW за 8 миллионов и так далее. А как вы относитесь вот к пенсионной реформе? Да. Вам это как? Вообще негативно, потому что поднимают пенсионную реформу, пенсионный возраст, и, соответственно, уровень жизни остается тем же. Если бы улучшился уровень жизни, то, соответственно, можно было бы подумать об этом шаге. А вы надеетесь дожить до пенсии? Навряд ли. Навряд ли? Да, конечно. Ведь же средний возраст, в котором погибает мужчина в России, это 60 лет.
Ну, по статистике. Соответственно, пенсионный возраст теперь 65. А на пенсию вообще рассчитываете от государства? Ну, как на нее можно рассчитывать, если пенсионный фонд тот же уже, считай, обанкротился. То есть он пустой. И отчисления от работодателя идут никуда. Ну, то есть правительство тратит деньги на игрушки Путина, то есть войну в Сирии, большое количество полицейских и так далее. Ну, а как все-таки, если вы доживете до преклонного возраста? Ну, я буду рад. Ну, а на что жить-то будете? Ну, если повезет, то на собственные сбережения. А как вы их собираетесь сберегать, эти сбережения? Ну, грубо говоря, в банке. В банке? Ну, вот у нас тоже были сбережения, но в 92-м они все сгорели. Это другое. В 98-м они все сгорели. Сгорели дважды, да. И как быть? Вот вы-то собираетесь учиться на наших ошибках? Ну, по-хорошему, нужно ехать из России подальше, я считаю. Куда? В Бразилию? Да, хотя бы туда. Потому что здесь, ну, пока у власти данные персоны, то, соответственно, никакого развития я не вижу. Это мое мнение. А вы считаете, что смена персон может как-то изменить смена жизнь в России? Смена персон не повлияет, но это может повлиять. У нас общество такое, которое, как бы это сказать-то, стагнирует. Им ничего не нужно, кроме, грубо говоря, выживания. А почему стагнирует? Ну, это, опять же, можно говорить долго, потому что... Почему не развивается? У вас нет ощущения, что мы развиваемся, идем, стремимся вперед? Нету такого ощущения, потому что зайдите в любое образовательное учреждение в нашей стране, в любую социальную организацию, все можно увидеть на свое лицо. То есть разваливающиеся институты, есть куча примеров. Больницы, в которых нужно покупать шприцы, чтобы сделать себе укол, со своими бинтами приходить и так далее. Вот чтобы меня не упрекнули в какой-то подставе, что я вам там денег заплатил, чтобы вы какой-то наемный, значит, работник, вы, скажите, не боитесь, вот, что вас за эти слова там привлекут, каких-то последствий, нет, не боитесь? Не боюсь. Потому что не я один так считаю. И в России тех, кто считает так же, можно сказать, существует гонение, потому что... Вы не боитесь гонений за свои слова? Да нет. За что? Я говорю правду. Ну, возможно, нет. Thank you.